спортивной школе Агидели завершают ремонт большого зала. Помещение для занятий различными видами спорта требовало обновления. В межсезонье протекала крыша. Каждый год тут проводят косметический ремонт. Однако в этом сезоне удалось привести в порядок второй этаж, перенести тренерскую комнату и медицинский пункт. Теперь медик будет находиться на первом этаже. Средства на ремонт учреждение получило из бюджета города. Также потратили заработанные в прошлом сезоне на прокате коньков. В этом году уже с этой недели, наверное, можно покататься, прийти. Но каток уже заливается 10 лет. 10 лет. Но дети любят, хотят ходить. Суббота, воскресенье работает каток у нас. И в праздники будет работать. На новогодние каникулы будет работать. Каток на территории ДЮСШ заливается каждый год. Здесь оградили ледовую площадку, готовят освещение. Тем, у кого нет коньков, работает прокат. Ждут всех любителей активного отдыха, независимо от возраста.